бюджетная веб-камера Defender G-Lens C2525 HD. Познакомимся с недорогой веб-камерой от компании Defender, выполненной в корпусе черного цвета. Камера имеет универсальное крепление, которое позволяет легко и надежно закрепить ее на мониторе или на горизонтальной поверхности. Угол поворота составляет 360 градусов. Камера получила двухслойную стеклянную линзу и сенсор с разрешением 2 мегапикселя. Снимает видео она с разрешением до 1280 на 720 пикселей при частоте 30 кадров в секунду. За передачу звука отвечает встроенный микрофон, правда без системы шумоподавления. Обратите внимание, на корпусе камеры есть специальная кнопка, которая позволяет делать мгновенные снимки с разрешением 1600 на 1200 пикселей. Подключается устройство с помощью USB кабеля длиной 1,2 метра. Дополнительных драйверов не требуется. Камера поддерживает операционные системы Windows и macOS. Defender G-Lens C2525 HD – это бюджетная веб-камера для домашнего или офисного использования. Стримить с таким устройством вряд ли получится из-за низкого разрешения съемки. Но для такой ценовой категории этого и не требуется. Thank you.